Спонсор программы «Место происшествия» – «Ломбард Титан». Сеть дисконт-магазинов «Титан» — это огромный ассортимент и ежедневное обновление. Бытовая электронная техника, ноутбуки, инструменты, золото, гарантия на товар, низкие цены. Магазины расположены в каждом районе города. «Титан» 450707. Три человека получили травмы в ДТП на улице Луганской. Там водитель Mitsubishi Lancer въехал в паркетник Kia Sportage. Подробности в рубрике «Обзор аварии» материал подготовил мой коллега Сергей Пичугин. Авария произошла 1 августа в 11:10 напротив дома 49/2 по улице Луганская. 59-летний водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением. Машина врезалась в восстановившийся у зебры Kia Sportage. В итоге оба водителя, а также пассажир Lancer получили травмы. Госпитализация им не потребовалась. В Котельническом районе 29-летний водитель «Лады Гранта» сбил 15-летнего подростка. Ребенок переходил дорогу в неположенном месте. После удара он получил серьезные травмы. В Слободском районе 41-летний водитель Hyundai Tucson наехал на пешехода, который шел по дороге в попутном направлении. В итоге 31-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. На улице Мельничной женщина-водитель Форда Фокус сбила пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. 53-летняя женщина травмировалась, ее не госпитализировали. В Слободском районе на трассе Гнусина-Шихова 40-летний водитель ВАЗа 14-й модели не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. Лихач получил травмы, его увезли в больницу. У виновника аварии взята кровь для исследования. Врачи установят, был ли мужчина пьян. Сергей Пичугин, место происшествия.